Итак, Новый год уже здесь. К этой минуте 2015 наступил уже во всех часовых поясах мира. В России подводят итоги новогодней ночи. Хотя по традиции большинство людей встречает этот праздник дома или в гостях. В различных уличных мероприятиях по всей стране приняли участие почти 5,5 миллионов человек. В Москве центром притяжения стала Красная площадь. Причем куранты, скрытые в последние дни за строительными лесами, этой ночью было видно. Александр Евстигнеев оказался и среди тех, кто в полночь работал, и среди тех, кто гулял. Новогодняя ночь в Москве выдалась достаточно холодной и промозглой, но людей это не пугает. Здесь, на Тверской улице, как вы можете видеть, сотни и тысячи людей приходят, и гости города, и те москвичи, кому не сидится дома. Танцы на любой вкус, от рок-н-ролла до диско. Новогоднее настроение не оставляет места застенчивости. И все как-то очень быстро поймали ритм праздника. Искренние, веселые твои. Желаем здоровья всей России! Мы сами из Якутии. Мы приехали специально встретить Новый год в Москве. Мечта детства. Всего самого наилучшего. Всем россиянам. В красной шубе по зову сердца. Алексея никто не просил, но он решил, без него на московских улицах веселье будет чуть меньше. Надел бороду и пошел. Дед Мороз доброволец. Когда люди становятся старше, они перестают верить в чудо, но все-таки в нем нуждаются. И тут на тебе, Дедушка Мороз приходит, поднимает им настроение, дарит маленькое счастье, напоминает о чувствах друг другу. Во Владивостоке, а там Новый год встречают одними из первых, настроение создавали лазерным шоу. Праздник меняет даже привычные вещи. Здание областной администрации сделали огромным экраном. На него и проецировали игру света. Красноярцы встречали 2015-й по-сибирски основательно, на хрустящем морозе в ледяной крепости. И ничего, не мерзнут, тепло одеваются, бодры, веселы, чего и всем желают. Счастья, здоровья, стабильного курса валют. Снега в этих теплых краях практически нет, зато часы 12 бьют по московскому времени. Теперь этот Новый год для них особенный. На главной площади и в Симферополе, и в Севастополе. Кажется, вышли все жители. Новый 2015 в Крыму встречают по-домашнему. Первый Новый год в России. Это наш праздник, мы вернулись домой. Спасибо всем. В Санкт-Петербурге, естественно, центром новогоднего притяжения стала Дворцовая площадь. Сверкающая елка взметнулась едва ли не выше Александрийского столпа. Вроде бы все как в других городах, но дух культурной столицы. Мы ждем честности, мы ждем искренности и благополучия для нашей Родины. Кстати, интересно, московские куранты петербуржцы смотрели в записи, но не этого года. Сейчас Спасскую башню ремонтируют. Она затянута однотонной тканью. Стены, бойницы, вековая кирпичная кладка и даже часы – это все проекция, рисунок светом. Но выглядит один в один. Слышите, как ликуют люди, которые сегодня собрались на Красной площади в центре Москвы, в центре России. Все, стрелки на часов на Спасской башне сошлись, наступил новый день и наступил Новый год 2015. Обычно мы этого не делаем, но все равно очень хочется пожелать всем счастья и главное, чтобы 2015 год у каждого из нас был лучше, чем 2014. Ура! Александр Евстигнеев, Артем Тихонов, Владимир Гриневич, Вячеслав Манихин, Илья Марин, Тимофей Генералов. Первый канал.